хочу вас проинформировать. Не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дистопливов бензина, и ситуацию стабилизируем на наших общих рынках, если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить, это не проблема. Спасибо. Поэтому мы решаем эти все вопросы и мелкие, и крупные.